Скромные аппетиты одесских чиновников. Глава райадминистрации так перетрудилась, что выписала себе и некоторым своим коллегам баснословные премии. Вдвое, а то и втрое больше зарплат. Какие суммы получили слуги народа? И главное, за что? Мои коллеги разбирались. Ивановский район Одесской области. Общественники через официальный запрос узнали о неслыханных премиях в их райадминистрации. В декабре и январе с десяток чиновников получили на руки по 16-20 тысяч гривен, а исполняющие обязанности главы учреждения и вовсе 30. Активисты возмутились, за что такие премии, если чиновницу они толком и не видели. Впродовж декількох днів підряд її просто не було на робочому місці. І цим відповідно пояснюється її величезна зайнятість. Просто, ну, собі, будь ласка, людина настільки зайнята, що вона не може знаходитись на робочому місці. Тетяні Новіковій 24. Районом руководить около года. На робочому місці не знайшли її і ми. Дескать, чиновниця уже місяць на больничном. Йдемо искать других, преміровних за інтенсивність труда. Начальник відділу образування Наталія Ткаченко заслужила 16 тисяч в январі. Це в 4 рази больше ее оклада. Хотели узнать, вот как нужно так трудиться, чтобы получить такие премии хорошие? Ну, я думаю, что это питание не до меня. Я себе зарплату не нараховую, премии не установлю. Секретом успеха не делится и начальник управления соцзащиты. Примечательно, что на эту должность Дмитрий Сергеевский заступил лишь 6 января. И сразу джекпот 17 тысяч. Ну, не удивились, только начали работать и тут раз. Ну, приятно удивился. Я не могу прокомментировать. Мы все-таки дозвонились до исполняющей обязанности главы РГА. Татьяна Новикова объясняет, такие суммы получили из-за того, что премии и надбавки чиновникам не выплачивались в течение полугода, а потом просто все сразу суммировалось. Те суммы, которые мали отримати співробітники та я, відповідно до чинного законодавства, були виплачені в кінці року. Версія достойна, але є одне «но». Виплати продовжились і після Нового року. Між тим, жителі Івановки вовсю обсуждають денежний скандал, мол, чому одним все, а другим нічого. От, наприклад, районна лікарня. В середньому оклад врачей 2-3 тисячі. Зрівнюємо зі своїми зарплатами. И мы работаем каждый божий день, мы работаем днем и ночью. Мы никогда, наверное, не получим такие зарплаты, премии. Если здесь признаки коррупции, разобраться в этом, похоже, должны правоохранители. Ивановцы же пока тщетно пытаются разглядеть в районе ту самую пресловутую интенсивность работы местных чиновников. Может, просто проглядели? Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал «Интер», Одесская область.